Так, ну что, всем привет, с вами я, Сбэйвитер. Дальше продолжаем прохождением амнезии. Ебанутые немецкие, сука. Ну, они все, конечно, такие, блядь. Ебнутые немножко. Наверное. Не, ну когда не видишь нихера, то я бы тоже там орал, наверное. Хотя, я бы лучше ебаник закрыл. Окей, берем все, что здесь есть. Бля, жаль, у меня патронов нету, слушай. Реально. Как жахнул бы по нему. Скажу так, это не наши проблемы. Побежали, нам нужно сохранить прогресс. И все. И по идее, это, ну да, там еще собрать некоторые предметы, но это проще. Как по мне. А, и номерочек. Код найти. Фух, блядь. Ну, еще половина осталась, думаю. Так, идем потихенькой. Не, надо бежать. Я в этом практически уверен, что нужно бежать. При ключевых он все равно появляется. Ну чё, пока на этом всё. Thank you.
Так, мне сюда зачем? Нужно штекер врубить, да? Ну да. Бля, почему ими нельзя? Подожди, можно. Хули я тогда ждал, блядь? Фью, ну я долбоёб иногда, конечно. Шо я тогда ждал, блядь? Ими ж можно все практически. Колупать. Тулим нахуй, тулим нахуй. Хотя бы до сохранения добежать. Ну хоть так. Уже лучше. Так, что мы скинем? Ключ есть. Свет включен. Да, мне нужно. Блять, свет включен. Ну да, свет нужно включить. Мне сейчас нужно. Как можно больше насобирать для света.
Да нет, он сюда может доходить. Ага. Ну, хоть сохранение есть, одно радует. Какая нужная вещь, блядь? Патроны для дробовика. Подожди, это тюрьма. Нам, по идее, нужен в арсенал. Там можем пополнить. Правда, я не помню, где, блин. Лучше самое неудобное. Можем пополнить бутылочки. Набрать бутылочек. Ну, я думаю, в арсенале должен быть там. Ну пиздец, исследование нахуй. Да, наверное, побежали. Да, лучше сохраниться, чем, блядь, проебать прогресс. Хоть не с пустыми руками, слушай.
Так, ну зато теперь туннели можно посмотреть. О, лампа для сохранения, нихуя себе. Еще одно место для сохранения. Это отлично. Так, хоть какой-то прогресс, слушай. Это какой-то финал еще один или что? Я не пойму. Или это реально финал, типа? Слушай, а может быть это финал? То есть вот эти два задания не можно не выполнять или что? Что-то я нихуя не пойму. Lost. Yeah.
Сука, где этот уёбок, бля? Чё, мне грену кинуть, блядь? Мысли, блядь. Сука, а, у меня есть. Да давай. Это тень, блядь. Тебе нихуя не видно, блядь. Нахуй, допизделся, сука, уёбок. Фу, наконец-то. Ты заебал пиздеть, я тебе скажу. Вот так вот. Ну, ебала нету. Хуебалан, сука. Как же ты меня заебал, блядь. Как его зарядить? Ага.
Отлично. Фу, блядь, пиздец. Это куда мы ползем, блядь? А нам хоть не уебут, блядь. На 10.60, нахуй. А, игрушка здесь. Понятно. Уже будет акрить этого. Тараса нашел. Я же думаю, нам здесь ничего не угрожает, правильно? О, рукоятку нашли. Пизда-то. Хоть одна адекватная часть. Что мы нашли и то, и это. Четко же. Звуки, конечно, пиздец здесь. Ну все, нам назад нужно. Мы рукоятку нашли. Еще нужен детонатор взять и все. По идее. Да, только еще пароль нужно получить. И как-то с арсенала съебаться. А, пиздец, конечно, прыжок здесь прям восхищение, нахуй. Как в Half-Life, слушай.
Прикол. Ну, как в контре старой, на сорсе старом. Такая же самая тема. Так, что у нас там есть? Заяц есть, рукоятка. Ну, рукоятка — это самое главное, как по мне. Вот это место, оно, в принципе... Да, слушай, оно самое спокойное, по идее. Можно, конечно, не пиздиться с этим чуваком. Это уже по выбору, но дробовик, по-моему, стоит того. Просто как он будет влиять на вот этого монстра. Это уже отдельный разговор, конечно. Короче, идем сохраняться. Сейчас сохранимся и... Хотя что, мы сохранились. Бля, у нас просто света нет. Нам нужен, походу, последний, это детонатор. А от детонатора нужен ключ. Номерочек нужен, блядь. Самое последнее, сука. Да, нам хотя бы топливо найти. Да, нам пин-код нужен и все.
Короче, в итоге все равно назад нужно бежать. Нам нужен пин-код. Так, зайца сохраняем пока что. Пьем греночку. Ключ есть. Ну, еще детонатор. И все. Пиши карту. Посмотрим. Так, арсенал, да. Солдер. Солдатская казарма осталась. Солдатская казарма.
Ох, пиздец. Так, я сейчас запишу. Надеюсь, вы слышите меня. Надеюсь, вы можете меня простить, код от Арсенала. А, он будет повторять его. Нам уже здесь ничего не нужно, ничего не держит, наконец-то. Сука. Ух ты ж, сука. На нахуй, уёбок сраный. Ты меня, я тебя, блядь. Пидорасина, блядь. Пошел ты нахуй. Сейчас еще раз как уебу, блядь. Фух, все, остался Арсенал и все, да.